Лачинская дорога использовалась Арменией не по назначению в течение последних 3 лет. К сожалению, все эти годы Литва демонстрировала молчание. Об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем аккаунте в Твиттер написал в ответ на публикацию министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. «Господин министр, лучше не поддаваться на обман лживой армянской пропаганды. В целях предотвращения армянских провокаций Азербайджан установил пограничный контрольно-пропускной пункт Лачин и предложил использовать для поставок дорогу Агдам-Ханкенди». Тем временем Международный суд в своем постановлении от 6 июля 2023 года единогласно отклонил требования Армении убрать КПП, отметил он. Айхан Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан создает условия для перемещения армянских жителей Карабаха в обоих направлениях. Было бы уместнее призвать Армению продемонстрировать более конструктивный подход, а не подрывать мирный процесс, говорится в публикации. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.